Нападающий французского Лориана Ян Висса 6 июля попал в неприятную историю. Ему плеснули в лицо кислотой. Дело обстояло так. 32-летняя психически нездоровая женщина пробралась в дом Висса и плеснула в лицо футболиста кислотой, после чего скрылась с места преступления. Ян был незамедлительно доставлен в больницу с ожогами глаз. Спортсмену сделали операцию, которая прошла успешно. Сейчас Висса находится в стабильном состоянии. Неизвестны лишь долгосрочные последствия этой травмы. Под вопросом также находится и его дальнейшая футбольная карьера. Ну а саму преступницу задержали только через сутки, за которые она успела напасть еще на двоих людей и облить их той же кислотой, что и футболиста. Женщина с психическим расстройством пережила выкидыш, но мужу об этом сказать побоялась. Она нападала на темнокожих людей с целью украсть их ребенка и выдать его за своего новорожденного.